Всем привет! Сегодня мы с вами посмотрим одну новую игру, которую я нашел на сайте Пикабу. Парень там раздавал бесплатные ключики и просто рекламировал свою игрушку. Разработчик Click Games, игра недавно вышла из Greenlight'а в Steam'е и сейчас стоит очень дешево. Суть игры в том, чтобы рубить монстриков, или ты сдохнешь. Так игра и называется. Руби или сдохни. Slash or die. Здесь есть все, что нужно для самой простейшей RPG. Три класса здесь будет еще, маг и берсеркер. Есть прокачка, то есть воскрешение, скиллы даже есть. Статы можно вкачать. Управление банально простое. Это просто мышка, левая, правая кнопка. На левую кнопку мы двигаемся, на правую кнопку мы рубим появляющихся монстров. Игра очень сложная, сразу скажу, реально сложная. То есть монстры тебя поначалу убивают с одного удара. Единственное, я тебя вкачал уже на один левел хп, поэтому должны с двух ударов убивать. Реально, вот уже меня один раз засадили. Но я еще не вкачал. Вот, все, я умер. То есть тут реально нужно к ней попривыкать. Все просто, ничего сверхъестественного. Но это реально интересно. Тут хороший саундтрек, в принципе. Вот, уже меня засадили разочек, сейчас уже второй засадят, и все, я помру опять. И сколько хочешь, продолжаешь. Так. Да здесь даже говорить не о чем, игра поражает своей простотой. Убиваешь, качаешься, снова умираешь, убиваешь, качаешься. Убиваешь, умираешь, качаешься. Все просто. Вот, помер. По новой. Уровень 1.1. Да, тут где-то... Я даже не знаю, на каком уровне босс. Я до него еще не дошел. Поиграл буквально 20 минут. Вкачал один левел хп и... Решил снять вам обзорчик. Такой первый взгляд, так сказать. Вот, один раз опять засадили меня. Да, с двумя хп попроще. Вот, как так-то? Даже клавиатуру не нужна, можно откинуться на спинку стула и играть. Единственное, что мне немножечко не понравилось в управлении, что вот ты левой кнопкой двигаешься, но чтобы сделать слэш, то есть вот этот вот бросочек такой, тебе нужно отпустить левую кнопку мышки, нажать, а потом снова двигаться. Было бы здорово, если бы можно было нажимать на правую кнопку, то есть сделать слэш вот этот, не отпуская кнопку движения. Вот это было вообще, по-моему, шикарно. Здесь очень хорошо работают масухи, собственно, собираешь вот такой вот паровозик мобов, фигак. Да, здесь реально хороший саунд, мне нравится. Такой 8-битный, но и бодренький очень. Интересно, автор его сам делал или где-то взял из бесплатных библиотек? Перед своей атакой монстры, собственно, останавливаются и атакуют в последний момент, но в последний момент они двигаются ровно в ту сторону, где ты находишься. То есть, видишь, что они останавливаются, надо от них сваливать. Уровень 1-2, здесь сейчас появятся другие монстрики. У меня к тому моменту один хп остался. О, скоро левел ап. У меня 895 из 1500 опыта. Вот, появился зомбарь какой-то. Он пошустрее как-то двигается. Додвигался. Шикарно. Воскрешения у меня нету. Поэтому... Так, души 33. А сколько нужно для прокачки? Для прокачки нужно 200. А, 200 на третий уровень и по полтиннику. Но лучше я сотню накоплю и скилл себе возьму. Меч молнии. Шикарно. Игра сейчас есть на режим выживания. Самурай, бла-бла-бла, играть в выживание. Не хочу играть в выживание. Но, хотя нет, давайте разберемся, что это за режим. Лучшие игроки, ага. То есть, в принципе, стата потом заливается. Ну, давайте посмотрим, играть в выживание. Что здесь? Ух ты, как интересно. Я играю другим чуваком. А, ну, собственно, я так понимаю, у меня одно хп. Сколько успею, столько выживу. Вот там ниндзя какой-то продаж. Слушай, а монстриков прилично. Отрисовка для пиксельной игры, блин, хорошая. Автор реально постарался. Один человек, насколько я знаю, все это делал. А, сюда нельзя двигаться. Вот меня и рубанули.
26. Вы превзошли себя. Отлично. Снова? То, смотрите, два режима игры. Может быть, даже автор что-нибудь добавит. В принципе, он обещал обновлять игру хорошенько. Целое одно очко заработал. Шикарно. Ваш ранг 402. Неплохо, неплохо. Ну что, давайте попробуем еще разочек. Качнемся до третьего уровня хотя бы, что мне осталось-то 600 экспы. Опаньки. Сейчас смотри, как чик рубанул их. Оп. 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 Хватит, хватит, хватит. Не толпитесь за мной. Чик. Опаньки. Опаньки, минус 3. Блин, что-то мне нравится этот саунд, он прям задорный. Хоть взять его и куда-нибудь залить себе на телефон. Собственно, для прокачки скиллов используются эти так называемые души, которые с умирающих монстров, насколько я понимаю, получаются. Слушайте, мне реально нравится. Я сижу левой рукой, подпер голову и только мышкой играю. Надо будет предложить автору сделать ее на телефон, потому что на телефоне, мне кажется, она вообще зайдет классно. Вот, ребят, реально. На телефоне я бы играл на нее вообще прям... Ух. Куда вы собрались? Ну, то есть, да, где-то за десяток смертей, как раз когда вы получите первую ачивку за 10 смертей, вы примерно поймете всю суть и сможете уже чуть дольше держаться, чем первые разы. Блин, опять... Я не знаю, что об этой игре рассказывать. Это круто. Что у нас в титрах? Разработчик Макрушин Сергей, Click Games. Собственно, три человека. Разработчик, художник, аниматор и переводчик. Музыкальное сопровождение Hate Beat. Понятно. Не так уж и много бета-тестеров. Здесь у нас что? А, ну, собственно, ачивки. Твоя 10-я смерть. Твоя 100-я смерть. Пройденная игра за мага. Ну, маг Берсеркер как раз и воин. Я так понимаю, это по сложности идет. Было легко. Пройденная игра за воина. Типа за воина проще всего. Потом откроют... А, ну, собственно, первого босса. Где-то я читал, что первый босс, он капец какой сложный. Собственно, я могу сейчас скилл качать, но... А, ну, собственно, вот выносливость качну и смогу по два раза... Слышать. Вот это будет здорово. Скорость тоже полезна. Атака. Что даст атака, не знаю. Она, в принципе, по 2 хп за раз тоже. Блин, все круто. Выбирай билды, стройся, качай. Классно, классно, классно. Ребят, реально рекомендую. Купите, скачайте, поиграйте. Собственно, я думаю, это короткое видео покажет вам, что это здоровская игра. Собственно, всем пока и до следующих видео.